Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1580. И нам нужно решить задачу. Чтобы доставить нефть из Тюмени на Сахалин, ее надо везти поездом 7150 километров и по морю 550 километров. После того, как была построена Байкало-Амурская магистраль, путь сократился на 1000 километров. На сколько процентов сократился путь? Давайте запишем краткое условие. Первая строчка у нас будет «был путь». То есть вторая строчка «стал». Был путь длиной 7150 километров по морю плюс 550 километров, то есть нам берут 7150 километров поездом и 550 километров по морю. Стало неизвестно, сколько километров, но он сократился на 1000, то есть на 1000 километров стал меньше, чем был. И нужно выяснить, на сколько процентов он стал меньше, чем был. То есть на вот этот вопрос нам нужно ответить. Задачу будем решать по действиям. И давайте первым действием узнаем, какой был путь. 7150 плюс 550. И получаем 7700 километров был путь до постройки Байкало-Амурской магистрали. И 7700 километров – это 100%. И чтобы выяснить, на сколько процентов путь сократился, нам нужно выяснить, 1000 километров от 7700, сколько составляет процентов. Для этого нужно 1000 километров разделить на все 100%, то есть на 7700, и умножить на 100%. 1000 и 7700 делится на 100. 1000 на 100 будет 10. 7700 на 100 будет 77. То есть мы получаем 10/77. Нужно умножить на 100%. И давайте разделим 10 на 77. То есть 10/77 переведем в десятичную дробь. Но придется нам округлить, потому что у нас будет бесконечное деление. Но давайте начнем. 10 делим на 77. 10 меньше, чем 77, поэтому будет 0 целых, и ставим запятую. Ставим запятую после десятки и добавляем сколько угодно нулей. 100 делим на 77, теперь берем по одному, получаем 77. 100 минус 77 будет 23, еще один 0 добавляем и его сносим. И берем по 3. 3 на 7 – 21, 1 пишем, 2 в уме. Хотя нет, по 3 будет много, потому что на единичку как раз больше получится. По 2 берем. 2 на 7 – 14, 4 пишем, 1 в уме, 2 на 7 – 14, 1 в уме, 15. 230 минус 154, 0 минус 4 не вычесть, у тройки занимаем 10 минус 4, 6, у тройки заняли двойка, осталось, еще у двойки занимаем 12 минус 5, 7, не у двойки заняли единица, осталось 1 минус 1, 0, 76, и еще 1, 0, дописываем. 760 теперь делим на 77 и берем по 9. 9 на 7, 63, 3 пишем, 6 в уме, 9 на 7, 63 и 6 в уме,
69. Вычитаем. Получается опять какое-то число, которое не 0 явно. Ну, а точнее 63 у нас тут получается, то есть 67, еще один 0 сносим и так далее. Будем делить до бесконечности, но давайте на вот этом результате остановимся и округлим до сотых, то есть вот до этого разряда округлим, так как после двойки стоит девятка, то мы двойку увеличиваем на единицу, а все остальные цифры после отбрасываем, то есть получаем 0,13. Сотых умножаем на 100% и получаем 13%. То есть на 13% сократился путь. Ну, это приблизительно на 13%. То есть вместо равно можно вот примерное равно поставить. И выполнили задание 1580. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.